Каждый год лето пролетает очень стремительно, и 3 месяцев всегда не хватает, чтобы успеть насладиться жарким сезоном. Но впереди остается еще неделя. А какой она будет, узнала Анастасия Новичкова. Погода в Твери и области остается теплой, преимущественно без осадков. Давление слегка повышенное. В выходные дни в ночные часы столбики термометров покажут от +2 до +7 градусов тепла. В восточных районах Тверской области будет заметно холоднее, нежели в западных. По данным Тверского гидрометцентра, общий фон температур днем будет сохраняться от +17 до +22 градусов. Если с августом все понятно, то какую погоду ждать от сентября? Особенно всех интересует День знаний. По предварительным прогнозам на 1 сентября мы ожидаем погоду преимущественно без осадков. Зона повышенного давления продолжит сохранять свое влияние. И температура будет порядка где-то в районе 20-24 градусов тепла. Прогноз на первую осеннюю неделю достаточно оптимистичный. Преимущественно без осадков, западный ветер около 4 метров в секунду. Термометры покажут от +20 до +24 градусов тепла.